На организацию, надлежащее проведение второго тура местных выборов, из бюджета было выделено около 2 миллионов евро. Из общей суммы на печать бюллетеней потрачено более 10 тысяч. Для второго тура местных выборов было напечатано около 1 миллиона 700 тысяч бюллетеней, 1 миллион 300 тысяч на молдавском языке и 400 тысяч на русском. Большая часть бюллетеней была напечатана для избрания генерального примара Кишинева – 636 тысяч единиц.